Уважаемые коллеги, добрый день. Я с удовольствием присоединяюсь к поздравлениям своих коллег с наступающим новым учебным годом. У многих детей это действительно событие. Кто-то становится впервые школьником. Одиннадцатиклассники понимают, что они завершают свою школьную жизнь, и скоро им нужно будет выбирать уже действительно профессиональное будущее. Выпускники начальной школы становятся подростками, выпускники подростковой школы становятся юношами и девушками. И чтобы это было не номинально, не только паспортно, а действительно событийно, действительно влияло на их собственную жизнь, и они реально становились подростками, юношами, реально осваивали новые виды деятельности, мы можем им в этом помочь, создавая в школе соответствующие события, используя современные образовательные технологии, меняя стиль отношений между взрослыми и учащимися, младшими школьниками, подростками и старшеклассниками. В связи с этим вопрос о современных образовательных технологиях, о способах работы с детьми весьма актуален. И вот в самом начале этого учебного года я обращаюсь уже в первую очередь к школам ФИП с рядом деловых предложений и описанием видов работ, которые нам предстоят на следующий год. Давайте обсудим несколько пунктов. Первое – это утверждение состава школа ФИП. Весной мы подтвердили статус ФИП большинству школ, уже имеющих этот статус, за исключением нескольких, у кого не получилось подготовить качественные отчеты по тому техническому заданию, которое мы предлагали в прошлом году. В ноябре, в декабре месяце у нас будет второй такт отчета школ, и еще те школы, которые смогут набрать 50 баллов и выше по самооценке и оценке работы, собственно, руководителей школьной лиги, тоже могут получить статус ФИП. Подчеркну, я об этом уже говорил неоднократно, у нас нет квоты на статус ФИП, и поэтому все школы, сумевшие набрать 50 баллов и более, могут получить этот статус. Это первое. Во-вторых, мы заключаем с каждой школой, получившей статус федеральной инновационной площадки, договор на выполнение технического задания, которое мы вам вышлем в ближайшее время. Этот договор необходим для того, чтобы подчеркнуть определенные зоны ответственности всех участников этой нашей работы. Третий пункт. Кроме общих видов работ для школ ФИП, проведение недели интеграции, проведение недели высоких технологий и технопредпринимательства, мы в этом году решили задать три больших содержательных направления, а именно работа с высокотехнологичными предприятиями, реализация учебных проектов и учебных исследований на уроках и во внеурочной деятельности, и третье направление – межпредметная интеграция. Каждая школа ФИП выбирает одно из этих направлений и в течение года работает по этому направлению, готовя соответствующий образовательный продукт. Для того, чтобы эта работа была успешной и продуктивной, вы можете воспользоваться дистанционными курсами, которые у нас есть в привязке к одному из выбранных направлений, и работа с консультантами, с кураторами каждого из этих направлений. Работа будет вестись в дистанционном режиме через электронную почту, например, Skype. Ну, повторюсь, для того, чтобы мы на конец года получили соответствующий образовательный продукт и могли его тиражировать для всех остальных школ, которых в нашей лиге уже более 500. Вот такие направления стоят перед нами на этот год. Я надеюсь, что общими усилиями мы с ними справимся и получим интересные продукты. Еще раз поздравляю вас с наступающим учебным годом и желаю вам всяческих успехов. Всего доброго!